Всем приветики. Купила мне мама такую вот коробочку здесь у нас. А она точно такая же, как я покупал в Китае. Но вся разница в том, что она дешевле получилась. В Китае я эту коробочку купил за $1.63, а у нас точно такая же коробочка стоит 76 центов. То есть получается, за эти деньги, что я купил в Китае одну коробочку, у нас здесь за эти же деньги можно купить две таких коробочки. И из Китая нужно ждать, пока она придет. А здесь не нужно, ты сразу покупаешь. И она абсолютно точно такая же. Вот она и по размеру, и по высоте, и даже по этим вот петелькам одинаковая. Внутри точно такие же перегородки убираются, достаются, если не надо. То есть полностью точно такая же, только дешевле. И не нужно ждать. Вот она в такой упаковочке была. Контейнер для мелочей. Срок годности не ограничен. Так что, оказывается, не всегда в Китае дешевле. Обычно все привыкли, что если в Китае, значит дешевле, чем у нас. А нет. Бывает, что даже наоборот, в два раза дороже. Так что порой можно походить по своим магазинам и посмотреть. Возможно, и у нас есть то, что вы хотите купить, и, возможно, даже дешевле, чем в Китае. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.